азот на полную катушку. И нафигишь. Все, надо будет от медов открываться. А нет, не надо будет, ну ладно. Визуальный апгрейд, нахрен не интересует. Давай, гонка на выход, поехали. Приятно бить. Я ее сейчас как раз прохожу. Ну, сейчас я ее буду проходить эту гонку параллельно. Кроме класса, кстати, нормально как закинулось. Мне нравится. Ботовский план. Зеленый спадок. Парень. Блин, вот самый, кстати. Ой, в той гонке кольцевой будет. А он сейчас, кстати, не особо плавит. Сейчас у меня Субари. Может, охренел. Барик, блин, это под этом паузе я охреневаю. Скрипки так, видать, заделал. Меня знаешь, кто охреневает? Винты? Сейчас посмотрим, какие винты в этой гонке. Я тут сам пока только купил винты. Непонятно зачем. Топорская 240 SX тут мне. На какой круг? Найдем. На какой круг? Я на белом только. Так, кстати, тут мне это самое. А вот босс на нахрен. Вот. Меня ласа охренел, Лидерика. Давай в трафик. Блять, это не. Попытался. О, это ранее, что в трафик прилетел, а как там. Это срезку укажу. Я слышу. Эй, не хрена себе бриту. Открываю рот. Так, не знаю, Сикс, ты не охренел? Там босс врезался, я слышу. Бля, да нет, сыкса не может. Самое. Впереди меня едет, говорит, хоть забилять. Главное, чтобы он ко мне не прикапывался. Или надо проходить близко от опоры. В мост, который рядом с финишем. Он в мост врезался. А он не врезался, да, да. Там заду поставили вообще на другой стороне дороги. Какой хрен непонятно. Полегче. Нормально. Сразу еще одна. Это свои чёрки где? Тут трафик. Вольчик поехал. О, меня тут конкретно так занесло. Сзади кто-то приближается, если кто это. Сикс идет нахрен, я еду на срезку. Там вот трафик врезался. Мент там врезался, если надо посмотреть. Там стрелочка, что это на 360 градусов повернулась. Мало что. Да не вот как. Мустанг какого? Охренел. У меня мустанг третий. У меня второй. А, нет, второй уже.
у них там свое. Сзади там опы, гонщики. Я впереди себе еду. Да не, если смотреть на карту, то видишь, у меня один коп так на то же самое. Паус. Даже картина. Паус меня подталкивает, нахуй, я кал Викторию уже. Ну, посмотри, конечно, подталкивает. Мне это не очень нравится. Ай, фиг, спасибо, Бен, помог ко мне быть. Эти гонки от ментов мне не надо. Эй, блин, пытался мента в трафик скинуть, а хрен там. Ой, вот, оп, на полную катушку. А собственно, слабоватый, конечно. И он не доставится. Да, мент врезался в этот. В пол моста. Нормально. Можно задачу. Меня вообще менты не прессуют. Сейчас уже пошел на вылет гонку или еще нет? Нет еще. Не проходит. Прохожу. Прохожу потихонечку. Вообще где-то. О, нафиг. Так, мент идет, нафиг, он сам врезался в стенку каким-то хреном, очень резко, сзади меня. Просто взял в стенку врезался. Куч вам спал. 5-10-40-6. Ну, турик не власть сейчас. Сейчас вообще сзади никого нет. Летел куда-то. Опять по ментам Катя отобразился. Сейчас будет ментов валить. Жесткий бомб. В принципе, открываю зол. Я не убил его по плечи, были гонки, честно. Если не так стрёмно. Момент в трафик врезался. Вообще нормально. Танк меня догонять не смотрит потихонечку. Менты догонят. Самое сложное сбежать от ментов. Будет. Не шуму. Поехали от попа. Нам тут по полу моста влетел, я слышал. Слышь, джип врезался на попу моста. Я вообще от него только попался. Что там, сглазные отбойки, не интересно. Золото очень. Ладно, что. Теперь поехали, это, жаркий заезд. Давай. Вторая за полом, на попу не лишняк. А ты еще от ментов отрываешься, это после гонки или жаркий заезд проходишь? Я еще прохожу гонку на голове, не менты за обезьяны. Я иди морой. Хоть я гонку прошел, победил, тебя повязали. Или же вообще пришел второй такой или третий. Геморрой, я тебе не завидую, честно. Жесть. Покатать могу, мать. Ты громочки. Набери уй. Не посмотрел какой, ну ладно. 10-й, не беру, в принципе. Ать, кто врезался мента. Ага, намалек. Пофигу.
акции покупаться. Изграбление басов. Мент в мента врезался, нормально. От нечего делать. Седьмой уже есть. Восьмой. Тупо тратить трафик. Сегодня поезжать. Девятый есть. Десятый будет. Да. 150. На мах, теперь надо турин поддержать. Да, блин. Давайте, собственно, заграждение. Нормально. Мне не везет немножко. Я вижу его с левым, это просто был трэш. Так, успешный, перерывает полку. Отгони, 60 секунд, блядь, врезался. Блядь, сейчас меня обгонят. 30 метров, куда поехал, зараза. А не отпускай его далеко. А он в трафик врезался. Лузер. Чё он там врезался, я слышал. Все, оторвался. Это жестко, нахрен. Рабочий апдейт. Ну чё тут у нас? Все по-моему рабочий апдейт. Что тут? Рабочий апдейт. Что у нас на клубе, третий новый. Нормально. То есть почти полностью осталось только под, да, подвеску поставить. Нормалек. Кстати, это. Конкурс. Ну как бы я еще это. Погоняю жарким заезд, чтобы все бонки пойти. Репутация. Мало ли там по репутации дальше убивать. Пройду за одну папку, подкоплю еще. Может тоже пригодится когда-нибудь. Но улетать тут хоть придется кто-нибудь, а там у меня не хватит. Тут сразу папку заменить. Но это репаблично дорогу. Трафик посредством не ездит. Не менты тоже. Ну нет, заезжают тут средства. Но нет. Такое не грунтовые. Вот в средствах тебе грунтовая дорога, туда не заезжают. Или средства асфальтовые, туда могут заехать. На асфальтовых средствах я даже трафик встречал. Лоба. На выезде трафик. Да. Когда полки делают, проходил я так часто трафик, вот когда если перед финишем такое будет, это вообще жесть. Я не знаю, что это. Едешь, едешь первым купринак, перед финишем тебе сюрприз на выезде со средств. Жесть, конечно. Там надо там кнопку не помогал. Вот. Пока он ловится, все прям. Так, все, четвертый. На, нахрен. Пойдем задом. Разворачиваемся. Что будет у нас? Вон на гектарик врезались. Блин. Просто он застану стоит не достает. Меды в нее врезались. Хочешь прикол? В засадке стоял гражданский мини-вэн. Я столько что видел. Полицейский засад. Так, за мной Сикса гонится, 240-я. По конверсии тоже были такие баги, что гражданские тачки стояли в заграждении. А точнее трафиковые, по сути дела, они же гражданские. Стояли в заграждении. Просто грузовики и фуры спаунились в заграждении, прикиньте. Большая фура с прицепом. Заграждение. Очень покашлю. Масте. Это жесть. Так, поехали. Хотеть обгон. Так, запрос пошел вперед. Не хрен тебе, чувак. На должок попадать. Меня
меня менты призывают. Я джип рискует. Лузер. Лайзон. А ты врежься, чувак. А! Сикс! Послой мент. Он же пост полетел. А, братик врезался, далеко не улетел. Сволочь. Я так как. А? Хреновенько получается, давай азот. Он уходит, слышь, так нехиво уходит. Он уже не хратил, прилетел. Красава. Открываемся от него. Обогнал поп. Есть. Мне там что, жить надоело? А? Мне там что, жить надоело? А? Писался. Мне там что, жить надоело? Не знаю, это дичь творят. Летел джип так тратик, но вообще на прыжке врезался, пикал. И водят как камикадзе, знаете, пар, поехали в черную горку. Это, блин, трэш какой-то, ну да. Ладно, поехали. Следующая. А, девятый не есть. За 2 минуты, ну давай. Сейчас попробуем сказать еще. Девятую жару набить. Ну посмотрим. Трафик-то есть? В дороге. А вот, смотри. X1 появился. Вот трафик поехал с Элай. Дай тебе под зал. Эй, получилось у меня авария. Твой лабаш. Лабаш, это не впадло. X4 готово. Там, кстати, пикать под... А, хрен там, там все рахует. X5 получим. Он остается. Может, не арестовали сейчас, чтобы не кайф. Ура! Стоп, смотрел. Стоп. Жестко было. 8. Ой, где? Это жестко было. С 9. Все, теперь едем. Выбираемся. Убить уровень это легко. Ярочко. Испытание успешно. Поехали от попов. Так. А, понадобался. Не скажешь. Продолжи. Так, ну хреново, блин. Еще 2 такие же гонки. Ну давай. Посмотрим. О, слышь? Раса из Индыгал. Раса из Индыгал. Раса из Индыгал. Да, Раса из Индыгал. Уж эту Тасу я точно узнаю. Но вон те. Повороты большие, полукруглые. Я их точно узнаю, это из Дегалда точно. Угу. Это такие повороты с разворотами большие, полукруглые. Сейчас мы еще по ним поедем. Это узнаю легко, просто эту карту. Это Дегалд 2, просто не видел ее. Днем. Ага. Сколько? Карта трассы? Запоминает. Поразительно запоминает. Дегаунд. Тафик-то будет? Нет? Алло, поехал отсюда. Ай, блядь, почти по-моему. То есть, ну, они за это не дадут. Да.
15, блин. Очень знакомые. Я уже 0 пока еще. А, бабах, уровень 1. Пацаны, глядите на карту. Узнаете? Пацаны, глядите. Эту систему поворота создавал. А, блядь, только рисать стрям пустой, бля. Где вы уже только? Давай дальше мочить. Бабах. X2, о. Это какая гонка? А это там одна из нескольких. Предпоследний. Предпоследний. Я, кстати, я прошел. Кстати, какую-то ботву поехал очень, я думаю, куда? Что, срезка такая? Нихрена себе. А, ну да. Трасса. С андеграунда. X3 всего, осталось 19 секунд. X4, то есть я далеко не повторяю, это получится. X5, X6, блядь. 11 секунд, не, точно не стал. 100%. А тут какой надо статус? А, 9. Хрен там. А 9 не возьму. Не заново. Я сделаю. Да не, у меня там просто был трафик, который интересно, чего не ставишь, попусти. Там за превышение, там тебе. Ага, так, это просто фигач. Я поехал мимо, ладно. А все равно это близко, быстро же получается. Смотря как ехать. Ты медленно ехал? Ага. Невозможно быстро ехать, трасса такая. И кстати, побежали, как было. Че? Получается, кстати, вторая. Вот первого. Фу-фу. Вот тоже заденем. Купим винта, конкретно так. Ну, 8-й уровень уже. 9-й. Я не друг друга врезаюсь. Я опять типа посадку поехал. С деревьев, блин, как было. Давай заново. Ну чё, я получится. Это ближе, как было. Тут уровень 8 надо, а не 9. Даже описывает 9. Thank you.
времени. Третий. Когда опять включили в этот фигач. Четвертый. Не полеп. Вдеваю тут конкретно. Лабаш. Пятый. Есть. И хоть тут, конечно, Иксей уже есть. X8, тут вроде бы X9. Здесь улучшенный джип есть. Да. На 3 секунды X9 взял. Хрена себе, это тут есть. Окей. Я конвертер. А? Здесь улучшенный джип. А? Я вот имел в виду улучшенный джип, как микрофон, потому что это огромное такое было. Это улучшенный джип. А, джип? Это мой микроавтобус. Нет, это лучше не джип. А уж, конечно, не хреновые джипики. Тут простой джип ушатывает, а по винтовку лучше. А, таска не очень удачная. То есть вперёд нахрен. Это прессует. 80 метров, это опасно. А, блять, я тоже врезался. А я сейчас только начал гонку. Девятый статус, окей. Это развалом там я не слишком вот этого джипа оттолкнуть. Сегодня сейчас вообще роли догоняющего, если меня пытается развернуться. Блять. Мне кажется, что он мне сейчас упадет какой-нибудь. Время вышло, зараза. Так, заново. Очень немалые, но ничего не страшно. Ну чё? Никто не говорил, что тут легко. Да, мне тоже не легко особо было. Отнял систему, вообще там чувствовал. Подкачать их. Там тоже не так легко было. Такой белый. Я в трафик врезаюсь. Потом отлично, я тоже трафик делаю. А я как иначе, если никого позади не мог дать? А так вот бы там уровень не поднялся. А еще, кстати, можно мимо них проезжать уровень подниматься. Я их тут убежаю. По-моему, сейчас мимо них проехать, просто быстро. Это PX2. Так, ну что? Это пятый. Статус 9. Ну что ли, от ментов не надо валить? Надо было предпоследний валить ментов. По которому я сейчас прохожу, тут надо валить потом от ментов. Всем долбиня. По стенке поедем. Тут врезаются черти. Тут через запах отрежем. Все, пусть курит. Тут для матери. Только это же трасса с андеграунда. Ага. Я тебе говорю, сейчас по ней катали. Один в один. Ага, я тебе говорю, вот смотри, вороты большие, с разворотами. Я говорю, очень не сдавай это, не так ли? Да. А, сейчас вернут и все. Ага, перестал. Жив оторвался от меня, так перестал. Дичь, конечно, блин.
менты стали слабаками. Да не, отрываются. А ты их теряешь. Я на новость. Надо того. Тавской отрывается, а кто отрываться надо. Я проигрываю. У Винта не проблема. Страпать? Трасса не скоростная, тут не разгонится ни хрена. Не разгоняться. Поворотом, блин, до хера. Я говорю, трасса не скоростная, не разгонится. А тут два заимел. Рестарт за рестартом, блин. Поймались. Статус 9. Не где тратить. X9, нет, X8, тихо. О-о-о. А вот X9-то. За мента дают тоже. А, тоже. А теперь не надо было убегать. Да, на игре это решил, это я не смогу его вообще убегать. Не стану. Нормальный заезд пройдем. Твоё даже теперь. Нас тоже похожи на андеграунд, типа как заколка. Паку. Пока тоже такая заколка, мне кажется. Поехали, что жаль, не заезд. Выбери 9-й или 10-й? 9-й. Поехали. 9-й, 10-й, один хрен. Дался очень знакомый по неизвестности. У нас редко есть. Плюс долги, поехали. Ну, выезд из этой срезки сомнительный, конечно. Графика тут еще мало. Ага. Даже винта на уборку для коррекции очень-то. Графика нету. Тоже гайд. Вот третий есть. Надо. Да. Еще один мент. Пустой уже есть. Это мой так полетел. Называется. X8 имеется. 20 секунд в запасе. Так, ну X9. Теперь я на срезочку, или это основная дорога? А, это значит, по основной дороге. Срезка не читает. О, кайф. Нормально. Нормально. Поехали. Летали. Здесь концентрация трасса относительно прямая. Джипос врезался, походу. Ага, мяза его стараются в слоуте.
куда он привозит. А он так там, его не увидит. Да ладно. О, сменить район был открыт. Это что, я не понял. Ура, я прошел. Последняя гоночка. В принципе, галочки стоят везде. Сейчас мы поставим такую деталечку на матку, поднесон, скорее всего. Или нет? Вот это, открылось. Все, клик скачиваем по максимуму. Это что за мост? Уже. Так, клик скачиваем по максимуму. Так, все, поверили. Поехали на дуэль. Ангар какой-то. Там какая-то краска. Это с интеграунда. Не слышишь, что Теха потащил прям конкретно. Наверное, состав-то уже делает предстоящий. Наверное, это Теху пресс. Я знаю, что после этой гонки. Эклипс уже все, качим полностью, а Тех ритм, видите, как тащит. Эклипс тащит. Тех ксенил Вебстер, блядь. Тут Тех Вебстер, нахуй. Пучонка. Конец здесь, не трех. Смысл? Я не пойму одного. Так, врезалось. Когда си тут эхо валит конкретно, блядь. Тоже как врезалось. Сколько я ляпнул, по-моему, валит, оно врезалось. А не, все равно, кстати, я тут сейчас не врезался. Эхо опять врезалось, слышали? Один круг, всего. Ну, так уж 9. Пускай мне есть. Как он не Вебстер, а одного не пойму. В этот эйс не молил кривой какой-то. Серьезно, он кривой. Блин, а тут нашопленный, да? Сейчас уже как правильно, не папа уходил. Врезается на все, что можно, нафиг. Серьезно. Папа. Ну да, в принципе. А тут я сейчас никогда не врезался. Сатом я ТТшка прям дергала конкретно, знаете. Без азота, без ничего. Да! Чуть не стоит. Плюс тут была подлянка в виде трафика. А заявился, врезался в меня, нормально. Подлянка в виде трафика стоит вот поперек дороги. Да что такое? Понимаю. Сейчас я посмотрю, как она надеется. Ладно, трафик поперек дороги стоял. Ах, 500, не, это рестарт, 100%. Ах, рестарт. Давай еще с рестарта тачку заскринить. Давай. Супер, надеюсь, заскринил. Винил пиво и ранил, конкретно. Нифига себе, нас со стартов делает. Ага. Я даже азов включил, все равно скопили. Так, я срезку за мной поехал. Ай, блядь, я врезался. Плохими 300, а вот попробую туда что-то догнать теперь. Чтобы она не бунтится и не... Почитак какой-то, я смотрю, завелся у нас. Это жесть, конкретно, блядь. Ух ты, я обошел ее. А че ты тут не знаешь случаем, а, Джеймс? Она врезалась мне, сейчас я ее полно шатаю. Только валит конкретно, блядь. Из шуток, блядь. Но по управляемости меня вообще усатывает конкретно. Ё-моё.
эта ТТшка в качестве по максимуму. Все детали открыты. То есть эта ТТшка в стойке с системными характеристиками. Представляете, что она в качестве творит. Не поехал, но я сделаю так вот. Трафик со Викторией, да ведь я в него влетел. Ну и заново. Новых психов. Куда их твоя машина? Мне все как по маслу. У меня в стойке листа, в принципе, и бабы. Если я все время, периодически туплю и врезаю все то, что можно. Она врезается. И я врезаюсь. А, за его стафель задело. Все нормально. Вот я нормально врезался. Слышишь, она меня врезалась, только что, и она уже меня догоняет. Слышите, это как-то честно вообще, я слышу, она меня врезалась. Ну, там вот я приема. Я в меня сейчас прилетел, на полной скорости. А я прошел. Я сейчас прохожу. Она в меня влетела, ну, на всех парах нафиг. Это вообще нормально так? Я так и ставлю всего в багажник меня, на нафиг. Я тоже надеюсь, я ее пройду, нахрен и все. Возьму ТТ-ху и буду дальше подходить потихонечку, по мере возможности. Чё, пацаны, камикадзе на корвете? Камикадзе на корвете. Как же это звучит, конечно, учитывая, что мне это... Ах, не, Мерседес нет, наверное. Садили бы что-нибудь другое, на Субарь. Корвет, Вебстор, как бы, должен был достаться, по-хорошему. А Вебстор получил как-то... Да, Вебстор. Обделили. Зря обделили. А блин, трафик все время в траектории у меня, как будто спецом. Жесть, конкретный трафик. Я ТТ-ху купил. Завёзка. Я сказал, что ТТ-ху возьму, выиграю эту бабу. Опять же, по моему совету. Мой план, в принципе. Ты даешь кибернетик и так далее. Все по дефолту. Ага. А что, то есть реально крутая, почему бы ее не взять? Ай, бля, задел пальцем. Обвес я первый поставлю. Ага, новая голова. ТТ доступен. Главное обвинение. Новое создание. Новое. Продолжить. Короче, идем за ТТ как сыну. Я ее уже купил. Сейчас я возьму. Где кривой винил Вебстера, пацаны? А вот он. Я тут это будет. Я взял свинил кривым Вебстера. Ага. ТТ-шка. А какого она цвета была? Черного, да? А. Слышно, на ТТ вообще апгрейдов нету, не знаете? Я чувствую, если на нее цвета откроется, она будет конкретно валить. Вот по управлению, у нее просто и подвеска, и управление просто топ. 85% будет в итоге. То есть, как только на нее откроется апгрейд, она будет гораздо красивее. Она черного цвета была, да? Да, мы же просто это ставили как в плане обвеска. А под капотку на нее еще не открыто. То же самое. Ну да, мы же вроде с тобой идем, что у меня тоже у тебя. В принципе. Это спойлер подбираю. Диски подбираешь. А я сам сойдет. Капот углей пластик. Нахрен не остался. Сильвинило. Выиграть бутафорский Вебстер, конечно, капец. Я его поставил. Бутафорский Вебстер, блин. Я его поставил. Диск. Что? А, тут циклон. А, циклон 18. О, целый коричневый. Оранжевый. Ну. Что? Елочка, потом. Покраска. Хочешь прикол, я поставил Винил Вебстера.
типа. Я тоже. Как-то не хочу я называть этот винил Камикадзе, ой, не Камикадзе, а это Джейвилс, это Вебстер. Это Вебстер, пацаны. Ауди ТТ Вебстер, ну блять, у меня тут только, ты знаешь, язык не поворачивается, так сказать, я тоже сказал. ТТ Х Вебстер, ёпкарный бабай, давай заспиним. Да в натуре Вебстер, ё-моё. Какой, блин, какая Джейвилс, это Вебстер. Но вопрос, Данюк, если эта тачка имеет винил Вебстера, почему она не у Вебстера? Какого черта? А хер его знает. Или другой вопрос, какой черт здесь этот винил? Лёгко, разработчики, попасть. Спроси их. Разработчики, он спрашивал, бордбокс, загнали к черту его куличку. Намутили, конечно, мне тут ничьи. Ладно, конечно. Пока Авдюха отправляется отдыхать, пока что у нас только Эклипс. Какой-то, Авдюха, кстати, странный винил тут у него, если честно. Немножко кривоватый. Здесь все пройдено. Ну, эти испытания бонус детали я потом пойду, никуда от меня не делся. Все, Камикадзе. На В. Попробуем. А тут теперь круги на будет огромное количество. Ехать! Да, конечно, это трэш. Я в следующем. Вот это. Пройду прохождение. А? Я в следующем прохождении пройду. Ладно, пацаны, прошли мы Камикадзе, короче, ой, прошли, какой Камикадзе мы прошли здесь, Джебилос, пройдем Камикадзе, и, наверное, на этом закончим, с вами был Дэнчик, всем хорошего настроения, всем пока-пока.